Пойдем? Да, просроченная. Приготовлено 17.09, 21 сутки. 30.31. 15. Сегодня 10. 25 суток уже прошло. А какой срок годности? 21 сутки. 17 числа. Еще одно. Все решил смог? Ну, а что, возьмем все, наверное. До 15.06.23 года. Ну, просрочено или нет? Да. Где? Значит, куда смотреть? А вот здесь, вот здесь. А, все вижу. Надо перебирать все. 15.12.21. 18 месяцев срок годности. Что? Или одной хватит? Как ты это все будешь заполнять? Только имей в виду, что все нормально будет. Под яблоки хватило и под... Ну, яблоки просто как килограммы, все название и сколько. Они одинаковые яблоки. Ну, ладно. Сейчас вот посмотрю одно. О, еще, вот смотри, она тоже мятая, тоже ага. от этого 21 года. Так, а у нас... Подожди, это 21. Ну, сейчас все выложишь таким образом, чтобы я сфоткал нормально. 21, одна лишняя. Сейчас выложу, сейчас. Сначала купить надо. Слушай, она вся мятая. Вся 20... Вот где вот такой мята, она вся 21 года. 19.10.21. До 19.04.23. Так, вон там вдалеке тоже мятая. Она тоже с этой партии. Ну, конечно. Ну все, пойдем на кассу. Пошли. Самое интересное, которые мятые, все с этой партии. Все, самое нормально. А, вот еще. До 11-го. 08. А, у них же касса самообслуживания. Пойдем наше самообслуживание. О, скидку дали. Ага. 1500 на просрочку. Тридцать. 7 числа был последний день. Сегодня 10. Самое интересное, наверное, половину нету. А пикать приходится, поэтому. Как его зовут? Александр. Фамилия, имя, отчество? Литвин Александр Николаевич. Литвин Александр Николаевич? Да. Вот, Александр Николаевич, смотрите, мы вас приобрели товар. Я его, кстати, подарил Владимиру Владимировичу. Да, это мой товар. После приобретения. Вот, смотрите. Изготовлено 11.02.22. Срок годности у него 18 месяцев. То есть 11.08.22 и все, срок годности. Сейчас у нас 10.10. Угу. Это одна партия. Здесь...
19.10.21, срок годности закончился 19.04.23. А эти все 5 штук изготовлены 15.12.21 до 15.06.23. Срок годности истек. Это первое. Вот мы купили, нам нужно на него получить возврат. Купили еще яблочки просроченные. Что числа был последний день? Сегодня 10-е, ну, четверо суток. Ну, смотрите, да? Дата изготовления 16 числа. Срок годности 21 сутки. Посчитайте. Да. Вот. Это мы все приобрели. Вот нам надо сделать возврат на этот чек и на этот чек. Соответственно, я брал по безналу и каждый чек. Вот нам нужен будет чек покупки, чек возврата на каждый чек. Так, и еще можно вас. Так, вот вы нам сделали возврат, это хорошо. Вот, мы вам вручаем исковое заявление. Это вы отдадите своему руководству. Это по поводу продажи просроченной продукции. Нанесли мне очередную моральную травму с просроком почти на полгода. Ну, как-то так. Справляйтесь, внимательно смотрите. Все, всего доброго. Я рад, что нас поддерживают массы населения. Да, конечно, блин. Все, поехали, у нас просто мало времени, нас надо спешить. Володь, слушай, да. Я пить хочу, я куплю водичку. Ну, давай, Володь, спасибо вам большое за то, что вы...